Привет всем любителям пауков. На протяжении некоторого времени, ну, с тех пор, как я пересадил пульчера в новый террариум, который клеил сам, видео было об этом, я иногда снимал кормление этого паука. И вот так получилась эта небольшая подборочка с кормлением. Но не всегда попадал, конечно, сам момент того, как паук хватает свою добычу, но попадутся и такие моменты. Иногда будет видео с тем, как паук уже заплетает пойманную добычу. Ну и вы сможете заметить, как паук со временем обустраивал свое жилище. Первое время, когда я вдруг переселил в этот террариум, он вот за корягу туда вот как-то пролез и там вот к стеклу там себе устроил гнездо. Но потом я перевернул, чтобы свет светил на эту часть, и он уже перебрался туда, где я и предполагал его гнездо. И вот так он теперь там живет. Но когда влажность падает, я думаю, что это связано именно с этим, он через вот ход, где он как раз в самом низу сейчас находится, через ход этот, там потайной его паучий, перебирает туда, ближе к грунту, где влажность повыше, и там сидит. Так что паук сам регулирует влажность, которая ему нужна. Ну, в общем, обустройство террариума, я считаю, получилось на 4 с плюсом. Можно было, конечно, получше, но никаких проблем вообще нет. С плесенью ничего нет. Так что обработал я тогда эти коряшки хорошо. И пауку, я думаю, вполне просторно. Там места хватит еще надолго. Да и не то, что надолго, а навсегда, потому что гнездо это получилось довольно большое. Короче, все окей. Ну вот, небольшие подглядывания. Там получилась такая щель между корягами, в которую можно следить за пауком. Но только если с фонариком, потому что по-другому никак там ничего не увидно. Темень, хоть глаз кали. Еще я пытаюсь приживить там папоротник в горшке, конечно, не в кокосовом субстрате, потому что это, я считаю, невозможно, не растет никак в субстрате ничего, потому что он нейтральный сам по себе, и никаких в нем нет питательных веществ для цветов. Но пока не получается, может быть, недостаточно света, или что-то еще ему не хватает, может, надо попробовать вырастить сначала, приживить его в этом маленьком горшочке на подоконнике, а потом уже поставить пауку. В следующий раз попробую так, если этот не приживется, я еще некоторое время подожду, это уже вторая попытка у меня. Вроде он и не засох, но не выглядит таким же красивым и зелененьким, как те, которые стоят у меня на подоконниках. А пауку этот папоротник, конечно, как собаке пятая нога. Но это уже, скорее всего, для меня хочется, потому что смотреть на такой красивый террариум с папоротником. Потому что в основном паука-то не видно, только иногда утром он может вылезти до меня порадовать своим видом. Со стороны посмотришь, кажется, что террариум, а в нем живет коряга. А так, зеленый нефролепис всегда приятен для глаз, даже если паука не видно. Вот еще моментик как раз именно с тем, как паук хватает таракашку. Долго я его там пытался заставить вылезти повыше и только потом отдать, но он что-то не выходил, поэтому я положил. Таракан побарахтается, и паук уже знает, все, покушать принесли, можно хватать и идти есть его вглубь своего паучьего логова. Ну, на этом, наверное, все, друзья. А сейчас анонсик. Следующее видео, скорее всего, будет в этом же формате сделано. Кормление, подборка кормления паука. У меня есть также самка Helobrachis fimbriatus. Они с пульчером были куплены в одно время и примерно одинаковые линьки. Так что, друзья, если вам понравится это видео, то следующее видео вам тоже должно зайти. Ну и на этом теперь уже точно все. Ставьте лайки, комментарии, там подписочки. Всем пока, до встречи, друзья.